Фу, стик, ёп. Фу. Стик, бля. Самое главное, забыл разминку. Но хотя бы поджиматься, поприседать нужно. Это минимальное, что нужно делать хотя бы с утра. Блин, Моргенштерн, братан. Ты что-то совсем повял уже. Привет. Я бы затормозил. Оу, бой. Вот тут вот. А вот эта двухпролетка, это моя первая, которую прыгал в жизни. Я бачила твою историю, то, что выкладал. Еще? На пищи выкаталась. А, класс. Денчик, стиль. Блин, как-то страшно, прям. Капец. Давно не прыгал ничего. Опять цепь слетела. Это моя проблема 12-13 лет. Дякую. Пожалуйста. Интересно, смогу я здесь ехать. Нормально получилось? Да, ты пять. Не спишь? Да. Не бачил? Да, ты пять. А? Хотілося прыгати. Ну да, а що робить? Більш нема що робити. Скучно. Хорошого дня. Бойси? Привет. Нет. Я говорю бойси, он говорит нет. А кто, герлсы? Давай погоняемся. Погоняем? На часе, давай. Куда? Да не знаю. Давай, короче, давай. Бачишь белый бордюр, он там вот в конце улицы. Видишь? Ну. Давай, кто первый к нему. Давай. Да, раз, два, три. А, я упал. Все, ты победил, я упал перед самым бордюром. О, бой. Добрий день, у нас води негазованої немає? Ще раз. Негазована вода є? Ні. Є пиво. А я на борт думаю, що прикольне. Ой, як класно. Все, спасибо, отпускай. Заехал в магазин по воду, там нет, нельзя карточкой платить. Закрыта двухпролетка от Мишани. Что там у нас голубь на дороге? Раздушенный, жаль его, что все переезжали. Его десь тільки що роздушили, да. Стояло не було, но... Да, прям тільки що. Жаль, жаль. Обожаю птиц больше, чем, блин, любых животных и больше, чем людей. Траса? Ну, зробили тут трасу, короче. Там... Оці, що прыгають. Ну. Прыгальщики.
Попригони, ні? Як називається? Оці на таких великих, от таких велосипедах, коротше. Не знаю. Мухою к тебе похож. Мутант. Ні? Добре. Контрички. Да, контрички. Я ж говорив. Сейчас заеду на слалом, который мы строили лет 10 назад. Там были соревнования, и я первое место взял. Вот сейчас хочу на эту трассу заехать, я там реально не катался 10 лет уже. Два раза быстрее, чем сейчас. Это кросс-кантри скорее, чем даунхилл. Когда нет болота, здесь намного лучше, конечно. Привет. Нужно пройтись, а то слишком устал сильно. Я снимаю рубашку, потому что у нас очень жарко. Жестим. Возвращаемся к деградации. Старенький дроп. Один из моих первых дропов. Только здесь ветки. Обережно. Сбоку приду. Женщина говорит, ну и зачем? Не знаю, просто так. Можете, пожалуйста, не идти, а то 10 секунд. Пошла, все равно. Дякую. Поищем спот, в котором мало людей. Красиво выглядит. Вопрос для олдов подписчиков. Помните, как я прыгал перед поездом? Сейчас покажу тем, кто не знает. Второй раз хотел повторить, и вышло так же. И третий раз я уже не стал. Просто я не могу рассчитать скорость, чтобы поезд прям подъехал ко мне. Я хотел прям перед поездом, прям перед ним. Но он едет непонятно с какой скоростью, сдалека, я разгоняюсь сдалека. И боялся столкнуться, поэтому я прыгал где-то за метров 7. Смотрите, какая скорость. Вот я отсюда прыгал, с этого перрона. Видели видео? Я прыгал тут на велике туда, через Колю. Старое видео. А вы не видели видео, как я прыгал через Колю на перрон? Не, не видели? Перед поездом прыгал, уже давно, старое видео. Приехал посмотреть. Да? Ну? Мы бачили, треба подивитися. В інтернеті можете знайти, если найдете Мишаня Огородник, да. Там а, Огородник я запомнив, бо у нас да? Сотрудник Огородник. Так, все, хорошого дня. Ми мали таке на скейті поробляти. Да? Придавайте привет от Мишань. Только что подошел подписчик моего канала и сказал снять тебя. Я говорю, посмотреть или людей нет. Видите, иди, ласка. Все, дякую. Привет, Таш, хорошего дня. Все кажется? Летательных аппаратов на Советском Союзе. Было летательные аппараты. Вы предлагаете мне летательные аппараты делать? А чего? Ну, мне нравится на велосипеде кататься. На велосипеде тоже можно? Я люблю летать на велосипеде, а не в самолете. На самолет денег нет. Ну, все. Все, хорошего дня. У меня еще есть место, чтобы накрутить пружину. У меня нет времени искать 500-ю. Я готов дать, кто мне принесет, в два раза заплатить, но чтобы не искать, потому что на это нет времени.
А у меня 400, она очень мягкая, и когда подвеска полностью пробивается, дальше удары приходятся на мою спину со сломанным диском позвоночным. Поэтому подвес очень мягкий, на нем прыгать вот такие вот дропы, типа вот так вот вниз, больно. Разве что в длину, типа на ступеньки прыгать, двухпролетки, что-то такое. Ох, авария тут. Птицы, что ж вы с мусорки все кушаете? Как это противная ситуация. Я иду в магазин, куплю птицам корм. Братишка, посмотри, пожалуйста, за великом. Извини, я не хотел тебя тревожить. Присмотришь, хорошо? Вот он 4 штуки баксов ставит, окей? Спасибо. Первый раз оставил свой подвес без надзора. Посмотрим, украдут или нет. Овсянка. Почему все такое дорогое? 18 гривен, у нас по 9 в магазине. Ой, извините. Дякую, это вам, что настроение поднять. Ну, мазаши. Ну, никто тебя не расчесывает. Это лучше, чем с мусорки, правда? Привет. Как дела? Нормально. Обережно. Как думаешь, первый раз выйдет? Не? Давай Саша раз выйдет. Не долетел, но только из-за свечи, потому что я боюсь этот велик топить на нос. Почекайте. Дякую, вибачте. Кладбище. Это лучшая мотивация, которая делает мне лучшее настроение. Потому что все мы тут окажемся. Так зачем медлить? Нужно жить этим днем, этой минутой и делать все прямо сейчас. Дайте воды, будь ласка. Может, у вас есть НС холодильника? Немає. Немає? Добре. Дякую. Бедненький котик маленький. А у нас как-то все размещено так, что нельзя ничего прыгнуть. Так вот как-то. Эти доски со спидом, походу. О! Ту-ту-ту-ту-ту. Я отца люблю. Да хорошо, хорошо, не пугайтесь. Раньше я вот так же, как пацаны, траншеи копал, а сейчас катаюсь на своем велосипеде дорогом. И делаю, что захочу. А главное, сначала хорошо поработать, раз 10 больше выложиться, и тогда все будет хорошо. О, вы там писаете, я как раз прыгать буду. Сейчас будет вонять еще больше, там и так воняет. Тут не было этой остановки, не был сломан вот этот парапет тогда. Но все же, реально. Не, чтобы прыгать не раскатанным, второй день на этом подвесе, с мягкой подвеской, которая пробивается со сломанным позвоночным диском, это нужно быть каким-то ебанутым, чтобы здесь прыгнуть.
пробил подвеску, сел жопой на колесо. Я думал, я позвоночник сломаю. Я на этой велике больше не буду кататься. А, как болит жопа. Снял? Спасибо большое, пацаны. А, велик не для этого этот. Это велик. Как жопа болит. Страшно очень? Страшнее, чем мне? Или мне больше страшно? Мне больше. Тебе? Давай 5. Сколько тут метров, как думаешь? Или 10 метров. На самом деле здесь 3,5, если туда, куда приземлился, 4 где-то, не больше. Давай, а я прыгал с 12 метров. Только не на ступеньке. На ступеньке страшно, когда потолок над головой. Снял в инстаграм мне ролик? Подписывайтесь на мой инстаграм, пацанчик мне снял видео, сейчас посмотрим. Говорите, пацаны, за то, что помогли мне, можете пропиарить свой инстаграм. Сейчас, если красиво снял. О, как красиво, ну, говори инста свои. Так, можешь показать? Или ты хочешь? Нет, инсты? Молодец, респект тебе. Я тоже бы удалил, если бы это не был бы мой заработок. Ненавижу интернет, телефоны, социальные сети. Артик 0052 снял меня. Все, еще раз спасибо вам, пацаны, говорите что-то для зрителей. Прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну ладно. 50 тысяч. При ребенке мужик стал исцить. И в таких условиях я катаюсь на таком подвесе, который пробился только что и мне в жопу тупо, блин, дал. Короче, ладно, все, хватит разговоров. Дальше буду покупать новый велик и на нем кататься лучше и мочить. Потому что на этом я вообще боюсь кататься. Капец. Капец кому? Куда это? Что, я упаду? Почему? Да там такая высота, как ты елки-палки. Что? Не слышно. Такая высота, что так я ж фрирайдер профессиональный, ты не знал? Даже видишь, я блогер, я монтирую каждый день, уже 2 года не катался, все равно могу прыгать. Потому что это у меня даже в душе лежит. А как так, что колесо не пробилось, а обод согнулся, он был идеально ровный? Ну я говорю, здесь очень жестко. Кстати, ребят, что хотел сказать. Я написал свой трек, рэпчик один, вот новенький, вот только написал. Больше всех популярен тот, кто бездарен. Те, кто не умели ничего, блогерами стали. Каждый день истории о том, как пожрали и посрали. Из-за вас сети чердаком думать перестали. И я его закину на iTunes перед выходом клипа. Так что, кому не жалко, можете купить. Он копейки будет стоить, поддержать мое творчество. Я могу, конечно, создавать всякое говно, где я повторяю одно и то же слово, и зарабатывать на этом деньги. Но моя суть не заработать денег, а донести какую-то мысль к человечеству. Поэтому я пишу на социальные темы. Просто современные рэпера, они пишут ни о чем. И это всем заходит. Просто ни о чем, не связанные слова. А у меня все четко. Так что послушайте мой новый трек. Спорт — это круто, когда подсаживаешь людей на велоспорт. Они занимаются, мотивируются. Но музыкой можно донести намного больше к человечеству. Чтобы они не делали глупостей, по крайней мере, к детям современным. Чтобы не повторяли за этими современными рэперами. Потому что алкоголь, наркотики и надутые губы — это не круто. Я помню, одного ножом чуть ли не подрезал, скользящим прошел, и я его не зацепил, курточку только. А, представляете, если бы подрезал реально? Я твой блог называю, ой, твой видеоблогер. Да, Мишаня Огородник, да. Бляха, муха. Привет. Привет, пацанам. Привет. Сколько подписчиков надо? 750 тысяч. 750, угу. Да. Ну, уже больше, я не помню, я не смотрел давно. Ладно, я туда. Давай, удачи. У меня сегодня вечер свободный. Ну, как в принципе, каждый вечер. Нужно что-то придумать. А то я задолбался монтировать влоги каждый вечер. Привет, малышка. Привет, малышка. Как насчет того, чтобы сходить голубей покормить вечером? Даже для голубей не найдешь времени? Да. Точно? Серьезно? Там не скучно одному? Нет, мои планы же. Серьезные планы или такие? Очень серьезно. Серьезно? Угу. А как насчет покормить голубей на моей яхте в Барселоне? Тоже планы. Серьезно? Да, тоже. Ну, я пошутил насчет яхты. Это в будущем будет. Точно не хочешь? Точно. Ну, извини. Когось похоже на тебе бачу. Наверное, мой близнец, брат. Не меня. Не, не брошу. Не вру. Привет. Я бачу видео. Ну да, я. Привет. Да.
Все? Бляха. Я не знаю просто, я з Костополя їду. А, я понял. Побачу тебе. Ну круто. Подойду, спитаю, що ти чи ні. Ладно, удачки, я до відео знімати. Давай. Мішаня, робиш барспін? З двохкоронкою барспін? Серйозно? Ну блін, я не знаю як, не змогу, мабуть. Блин, как диванчик. Давай, пол цель. Удобный? У меня очень мягкий он. Коротенький вообще. Ну да, короткий, но очень мягкий. На нем дыха гонять добро, да? Да, дыха хорошо гонять. Но дроп, если я только что прыгал дроп, 4 метра на ступеньке, это капец. Думал, сломаю спину. Пробивается чисто сразу, понял? Можно найти? Да, давай. О. Все, что снял. Давайте, пацаны, все в пол по одному трюку для влога под конец. Все по одному трюку по очереди. Сразу, 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 сразу. Барчик, быстрее, все вместе, вместе, кучек. Конкан лендер. 180. Не выкатил. Барспин. Ебой. Все, еще кто? Макс, давай. Дабл вип. Вот это бой! Все, пришло время завтракать. Человек уже домашний кот стал. Такое ощущение, что он ведет себя как кастрированный. Пока он пропал, его кто-то кастрировал, мне кажется. Он сидит дома, тупо, и все. Ой, он каждый день делает. Хоть не раз на видео сделал. Стик, молодец. Подписывайтесь на это за Стика. За то, что он милый и обсирает мне всю хату. Иногда блюет.